От сложного и многоступенчатого к простому, эффективному и проверенному времени. Систему местного самоуправления в регионе ожидают изменения. Нюансы грядущей реформы обсудили на заседании общественного совета при администрации Самарского района. Будут упраздняться советы депутатов района, будет одна городская дума, и администрация Самарского внутригородского района станет структурным подразделением администрации города. Это позволит более оперативно управлять всеми процессами на одном уровне. Представители общественности, ТОСов и лидеры общественного мнения новую структуру власти поддержали. Действующая система местного самоуправления, где Самара является городским округом с внутригородским делением, просуществовала последние 10 лет. Районы представляют собой самостоятельный орган местного самоуправления с собственными полномочиями и бюджетом. По мнению депутатов и общественников, такое деление в конечном итоге привело к тому, что ни полномочий, ни ресурсов оказалось недостаточно для решения вопросов местного значения. Поэтому возврат к одноуровневой системе станет более эффективным способом управления. Вот эта реформа, она дает возможность самостоятельности главам района. Они будут, как говорится, уже непосредственно входить в структуру городского округа. Глава района будет нести более ответственность и более полномочий для того, чтобы в своем районе, как говорится, быть хозяином своего района и больше относиться к выполнению тех своих обязанностей. Наш Самарский район, он небольшой, с большой проблематикой, который требует и дополнительных ресурсов, и человеческих, и физических от каждого депутата. И работы на таких мелких территориях без каких-то ресурсов и полномочий, на самом деле это очень сложно. Очень сложно, и многие вопросы, которые не решаются, я думаю, после возврата к системе мы все эти вопросы урегулируем, и дополнительно финансирование на наш район будет выделено. После проведения общественных обсуждений, которые проходят в эти дни во всех районах города, вопрос реформы местного самоуправления будет вынесен на публичные слушания. Результаты будут обобщены и обнародованы. Если жители поддержат инициативу, городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.